Я у Мартена. Рабочая обстановка. Хочу сделать голубцы из молодой капусты. Я купила пару недель назад в сельпо молодую капусту по 40 гривен. У меня есть свиной фарш, я перекрутила. Вот свиной фарш. У меня темный рис, пожалуйста, не белый, не очищенный. Темный рис, молодая капуста и много овощей, лук и морковка. Процесс не показываю, все знают, как готовятся голубцы. Голубцы стушила. Я вообще тушу голубцы только в мультиварке. Ставлю на плиту, очень удобно, все пары уходят в вытяжку. Отлично просто, вот пары все поднимаются в вытяжку. Тушились мои голубцы 1,5 часа. У меня еще была такая довольно возрастная капусточка, я ее порезала на донышко. Ну, то есть, будет больше клетчатки, стушилась в вкусном соусе, будет очень вкусно. Голубцы – молодая капусточка, а снизу у меня кусочки взрослой капусточки. Соус у меня томатно-сливочный. Кто-то молочка может долить, кто-то больше томатика. Ну, это по вашему желанию. Паруют голубчики. Вот, остывают потихонечку. Сверху у меня листочки молодой капусточки, то есть побольше клетчатки, капусточки. Отлично. У меня рис бурый, темный. Тоже клетчатка, не очищенный. Это хорошо, это плюс. Я сейчас на своем водном каналчике. Это второй круг у меня уже. Утром не получалось, понятно, по каким причинам страшным. Страшным. Молодежь, детки на улице. Вот вышли люди. С собаками люди гуляют. Животные. Выводят люди. И вот я сейчас, пожалуйста, вот такое время сейчас. 18:00 будем считать. Я на улице. Все, Танечка, погнала. Двигаемся. С Божьей помощью. Здоровенькі були. Бажаю всім доброго дня, всім доброго времени суток. Самому-самому шикарному сообществу. Физкульт, привет, мои хорошие. Я приветствую всех вас на своем YouTube-канале. Добро пожаловать. У нас в Киеве сегодня опять утро недоброе. Опять у нас прилеты. Опять у нас ЧП в соседнем районе. Там, где занимаюсь спортом. Нету света, нету воды у людей. Очень все не то, что печально. Страшно. Просто страшно. Конца и края нету. Все страшно. Я даже не знаю, о чем сегодня говорить. То бывает у меня комментарии конкретно, да? Вот, я говорю, о, хорошая тема, люди дают мне тему, просто люди в комментариях. Сейчас нету таких комментариев, и то есть думаю, ну о чем говорить? У меня в голове просто сегодня каша. Я вот так, знаете, вот, даже не думала сегодня видео заниматься. Вот готовила еду, думаю, показать на тарелке голубцы, потом не буду показывать на тарелке голубцы, скажут, что ты показываешь эту еду? Тут в стране бомбят, у людей денег нету, все такое дорогое. Я уже боюсь что-то показать. Не хочу разжираться, честно сразу говорю, сама, да, потому что не знаю, что еще дальше буду. Думаю, сейчас нажру себе всего, и рефлюкс, и нервы, и диабет, и все. Да, думаю, не-не-не, тихонечко, Таня, тихонечко, все правильно делаешь, пока не живешь, пока не правильно делаешь. А там как Бог даст. Поэтому боюсь даже что-то лишнее сказать. Как тему, ну, в принципе, думаю, можно как бы поговорить. Нашла тему, сама нашла тему, да. Есть комментарии у меня. Пару комментариев я хочу вам прочитать. У меня был сегодня еще комментарий. Вот люди пишут с Донбасса или с Донецка. У меня к вам большая очень просьба. Я не уполномоченная личность. Я не секретарь. А вы прямо пишите, куда хотите. Чего вы мне пишете? Я ниже плинтуса. Все, свое фе высказывайте не мне. Открывайте свой канал и на весь мир кричите. Чего вы мне высказываете? Я же вам еще раз сказала, не делайте мне нервы. Я ниже плинтуса. Я ничего не решаю, абсолютно. Знаете, как фильм «Вечори на хуторі близ Диканьки», да? «Вакула». Убили, прибили, повесили, втопився. Не рассказывайте мне, кого, где, когда убили. Все.
И сколько? Тут без вас хватает. У меня сегодня просто каша в голове. Скажу честно, чем дальше, тем все хуже. Это же все действует на мозги. Это же нервная система у людей нарушена. Люди такие у нас в Киеве скукоженные, такие вот такие зажатые. Никто ни с кем не хочет общаться. На лице не то, что там какое-то выражение лица. Это что-то смерти подобное. Люди так идут, вроде бы их ведут куда-то на эшафот. Вот выходят с транспорта, люди опущенные головы, люди руки до земли. Люди, скажу вам честно. Но общаться нужно. Нужно себя держать, а там как Бог даст. Что будет, то будет. Сейчас хочу прочитать вам комментарий. Немножко я такая потухшая, да? Вот это сама себя поднимаю немножко. Сама себя. Люда написала, Рудницкая. Добрый день, Татьяна. Расскажите, пожалуйста, про наколенник подробнее. Как правильно вы его выбирали и как его носить? Как носить? Носить тогда, когда у вас болит колено. У меня нарушение латерального мениска. Это бокового мениска. Латеральной связочки, нарушение. У меня есть артроз. У меня даже жидкость есть. Я делала КТ. Это не значит, что я больной человек, и по возрасту у меня такое нарушение. Артроз – это заболевание 17-летнего мальчика-футболиста. Артроз у каждого есть. Любое заболевание вам скажут, КТ сделать, и вам напишут диагноз. Нету здоровых, есть необследованные. Просто люди не ходят и не проверяются. Болит коленка у меня. Просто болит коленка. Я лопух приложила. Болит коленка. Я там намазала медом и капусточкой. Да? Я нет. Я не буду заниматься пустым делом. КТ и стало все ясно. Конкретные препараты. И обязательно у меня наколенник. Где покупаю наколенник? Показываю наколенник. 100 раз показывала. Наколенничек покупается в аптеке. Покупала наколенник свой. В спортивной аптеке. Там же я заказывала себе стельки у ортопеда. Стельки стоили 2000 гривен. Это еще до трагедии, до войны. 2000 гривен это плюс-минус $70. Хорошие стельки у меня. Стельки есть за 1500 гривен. Разная цена есть. Стельки в основном кроссовочки одеваю. Наколенник стоил, ну если в долларах, может быть кто-то не в Украине живет, $17. Вот такой наколенник стоил. Наколенник не просто. Приходите и говорите, мне нужен наколенник, дайте мне наколенник, у меня болит колено. А вы скажите, а какие у вас наколенники есть? Какой производитель? Какая цена? А теперь давайте мерить. И мерите все, любого производителя. Наколенник меряется, он продается по размеру. XL-ка. Я померила сначала XL-ку. Я понимаю, что нет. Нужно еще померить L-ку. Потому что, возможно, может потянуться, он такой, как резиновый, плотно одевается, я просто натаскиваю его, еле-еле снимаю. Снимать вообще тяжело, одевать как-то легче, а снимать просто надо силу такую. Вот, вот такой наколенничек, здесь даже коленка нарисована. Вот конкретно вот это место на колено, очень плотный, по размеру. Померили XL-ку, померили L-ку, может кому-то нужно 3XL, не знаю. Ну, то есть наколенник меряется в аптеке. Есть слабые наколенники, можно выбросить деньги. Просто выбросить деньги. Он растянется через месяц и будет болтаться. Поэтому, ну, это хорошая вещь, это на ПМЖ, то есть на постоянку. Постоянное место жительства. Поэтому, чтобы не менять часто, не жалейте денежки, купите хороший наколенник себе. Одевайте тогда, когда вы будете много ходить. Идете на пробежку, если вы, конечно, ходите. На проходку одевайте. Куда-то идете в город, на рынок тоже одевайте. Будете нести сумки в руках, тяжело, коленку. То есть хорошо фиксирует наколенничек колено, само колено. Ну, это у меня вот такой первый комментарий. Сейчас второй комментарий. Комментарий написала Татьяна. Здравствуйте, Таня, ваша тезка, киевлянка, но сейчас не в Украине, Вена у дочери. Все хорошо. Там все хорошо. Но как хочется домой, не рассказать. С каким удовольствием я вас слушаю. Как будто я дома, в Киеве. Все родное,
и каналы, и рынки, наши люди. Беру с вас пример. Много лет пыталась худеть. О, это уже ближе к нашей теме. Без результата, начиная со славянской клиники, доктора Сороки. Он делал мне даже укол заблокировать центр аппетита. Боже, это ж такое придумать, заблокировать уколом центр аппетита. А интересно, что в уколе, какой состав? Какая водичка там в укольчике? Состав, укол, чем, каким препаратом? Какая химия там в этом уколе, а? Заблокировать центр аппетита, доктор Сорока. Без результата. Ну, понятное дело, водички налили. Обалдеть. 2 года назад пошла в модную клинику диетолога, которая все время в телевизоре. О, наверное, звездный диетолог, да? А дала месячную пенсию, она у меня не маленькая. Результата ноль. Деньги. А когда попала на ваш канал, как глоток воздуха, стала себя лучше чувствовать. Но результат у меня маленький. Думаю, мало двигаюсь. Правильно думаете? Буду исправлять все. Ну, я так выборочно посчитала. Танечка, спасибо большое. Концовочка, не бросайте этот блог. Вы нам очень нужны. Благодарю вас. То есть, мне очень приятно, Танюша. Приятно, что отметили. Приятно, что на моем канале. Приятно, что вспомнили о нашем Киеве. В гостях хорошо очень, а дома лучше. Это даже не оговаривается. Мне сегодня дали тему моя знакомая. Чистка организма. Чисто случайно. Ну, я и рассказала политику партии. Думаю, сейчас с вами немножко на эту тему пообщаемся. Детокс. Человек вспомнил, как когда-то она ездила на такие процедуры, как детокс. Так вот, давайте немножко с вами пообщаемся. Это полезно всем послушать. У нас у каждого есть какие-то пищеварительные проблемы. Они случаются у многих людей, да? У кого-то рефлюкс, то есть изжога, да? У кого-то живот, где-то что-то в животе, дискомфорт, урчание, бурчание, где-то какие-то боли. У кого-то тошноты по утрам или после какой-то еды конкретно, да? Ну, то есть у кого-то хронические заболевания, хронический панкреатит, хронический гастрит. Каждому первому ставят, да? У кого-то какие-то заболевания периодические. Ну, самый популярный диагноз это что? Гастрит. Всем ставят, всем подряд. И вот рядом с этими заболеваниями ЖКТ, да, стоит психологическое нарушение. Не заболевание, нет. Психологическое нарушение. Вот сейчас какое нарушение у нас психологическое? Психологическое. Это и язвы, это что хотите. По ЖКТ спазмы, и желчный спазмируется, все спазмируется, и протоки спазмируются, все спазмируется полностью. Психологические нарушения способствуют заболеванию ЖКТ. Есть 2 группы людей. Первая группа – это люди, у которых совсем ничего не болит. То есть они здоровы, но они видят вторую группу. Люди второй группы, они с заболеваниями. И они думают, ой, не надо мне вот это то, не надо мне вот это. Я сейчас буду чистить свой организм какими-то чистками. Ну, то есть проводить детокс. И у меня все будет хорошо. То есть люди занимаются чисткой организма. Считают, что в организме есть токсины, скапливаются, шлаки. Причем в разных органах. В печени, в желудке, в желчном, в кишечнике, в легких. Вот такое массовое явление заставляет людей задуматься. И как только не пытаются чиститься, да, вот я помню по Малахову, да, даже пили керосин раньше. Керосин. Это вещество вообще разрушает полностью печень, керосин. Но биохимию никто не делал после приема вот этого керосина. Нужно делать еще анализ.
биохимия печени посмотреть. Какая печень до керосина и после керосина. Кто-то чистится содой, кто-то пьет перекись водорода, кто-то ставит клизмы. Ну, то есть, придумывает себе какую-то методику. Кто-то урину, мочу свою пьет. Кто-то пьет касторовое масло, да? Но потом лечится. Полные люди вообще обожают клизмы. Клизмы. Чистка. Клизмы. Заваривается крушина. Кажется, кора крушины. Ой, люди, я сама ее заваривала, эту кору крушины. У меня ж пожизненные запоры были. Да-да, клизмы я проходила дома, грелка. Вот, то есть я помогала себе опорожняться таким методом. Ну, то есть, какого-то плана тоже чистка была. Кто-то говорит, а я делаю себе клизмы. У меня точно так вот классно снижается вес. Но вес не снижается, просто очищается немножко кишечник. Потом все назад приходит. Все обратно, через пару дней. Есть разные детоксы. И люди платят огромные цены за эти процедурки. Еще какие цены? На это можно озолотиться, что и делают. Одно время была очень популярна гидроколонотерапия. Ух ты, ты что, вот эта клизма едет в санаторий, платит бешеные деньги, даже у нас, в Западную Украину. Я делала себе гидроколонотерапию, так классно. Так потом легко. Что легко? Что легко? Значит, у моих знакомых есть знакомые, очень статусные люди, очень. Две дочки сделали несколько раз, молодые девчонки, кажется, студентки были еще. Вот это гидроколонотерапию. Потом папа 2 года лечил в Израиле своих девочек. Вот так навредила вот эта процедура, гидроколонотерапия. Вымыла всю микробиоту хорошую. Все. 2 года лечили детей. Вот такой детокс. А может быть, всего лишь что нужно сделать? Отдохнуть. Вот эти деньги потратить на отдых, успокоиться. Мы хотим конкретно что-то почистить, да, вот. Я хочу почиститься. Мы чистим что? Грязь. И многие почему-то считают, что у нас в кишечнике только грязь. Мы, конечно, идем в туалет, видим, что у нас в унитазе. Все, кишечник буду чистить, там одна грязь. Так вот, пища находится у нас в кишечнике, да? У человека, допустим, запор. Все, человек что делает? Чистку. Ладно, еще обычная клизма дома, а если гидроколонотерапия? А всего лишь нужно наладить работу кишечника. Медицина не подскажет, нет. Поэтому все сидят в интернете сейчас, находят какие-то темы, находят какие-то советы, какие-то рецепты и стараются сами очищать себя. Но, знаете, если уже есть какое-то такое заболевание, да, вот человек не ходит в туалет, да, то детокса мало, чистки клизмами. Нужно конкретно лечить вот какой-то орган. Запор, все. Это работа щитовидки 100% может быть нарушена. Вот у меня ТТГ. Если есть гипотиреоз, будет 100% запор. У человека нету оттока желчи. Да? Все. Желчный пузырь, желчный увеличен. Желчь находится и не отходит, да? Все. 12-перстную желчь не поступает. В туалет вы не пойдете. Клизма не помогает. Клизма – это другое. Нужно лечить конкретно орган. Знаете, что такое хороший, правильный детокс? Самый-самый лучший. Это каждый день утром ходить в туалет. Утром хорошее опорожнение. Вот это самый лучший детокс. Чтобы хорошо работал кишечник, нам нужна клетчатка, и не только. Вот мы с вами едим, да? Едим мясо, едим рыбу, то есть мы едим животные белки. Животные белки уходят куда? На стройку нашего организма. Все. А кишечнику что остается? Тело забрало белки, мы строим каждую клеточку нашего тела. А что остается кишечнику? Кишечнику нужна конкретно клетчатка. Это транзит. Вот клетчатка нерастворимая.
Есть растворимое, есть нерастворимое. Клетчатка все впитывает плохое, все токсины, даже соли холодных металлов, все-все плохое. Плохой холестерин, то есть жир. Клетчатка должна впитывать и все выводить. Клетчатка – это еда для наших хороших бактерий. И вот клетчатка выносит все ненужное. Если клетчаткой не заправить кишечник, то в дальнейшем нужно будет лечить просто кишечник. Что нужно для нашего кишечника, люди? Конечно, нужна клетчатка. Обязательно нужна клетчатка. Не 10 мандарин съесть, там в основном влага, а съесть 2 яблока, чтобы пожевать зубами. Да? Не огурец съесть, а съесть капусту, там плотная клетчатка. Тыква – это хорошая моторика кишечника, тоже имеет послабливающий эффект. Сельдерей, биточки сельдерея, напоминаю. Хорошие волокна, плотные – это хорошая клетчатка. Ну, то есть, должна быть целлюлоза, нерастворимая клетчатка еще. Вот целлюлоза способствует хорошему оттоку желчи на утро. Если вы сегодня поели, все, отличное порожнение утром – и у вас хороший отток желчи. Обязательно должна быть жидкость. Понятное дело, жидкость – это не значит конкретная вода. Это и вода, это и чай, это и морсы какие-то, и компоты, конечно, без сахара. Амосов говорил, я выпиваю большую эту чашку чая. Нужно делать план по воде, по жидкости, по воде, он сказал, то есть, чай приравнивается к воде, к жидкости. Кофе, вот как раз кофе, гастроэнтерологи говорят, нет, кофе это не жидкость, нет. Поэтому, когда мы пьем с вами кофе, обязательно стаканчик воды мы выпиваем после кофе. Ну, то есть, жидкость для кишечника обязательно. Клетчатка для кишечника обязательно. А то мне пишут, Таня, я не хожу в туалет, вообще, вот, вы поняли, да? Мало клетчатки, мало. Может быть, кому-то нужно еще больше добавить клетчатки. То есть, смотрите за количеством клетчатки. И обязательно физическая активность для кишечника, для моторики кишечника. Физическая активность должна быть. Мышцы живота должны двигаться. Желчный вибрирует, то есть отток желчи уже будет, вы же двигаетесь. Мышцы живота тоже работают, то есть это классно. Вот если клетчатки нету, в туалет не пойдете. И все. Не пойдете сегодня, завтра, послезавтра. А у нас кишечник, вот там внутри наш организм, это не холодильник. Там 40 градусов температура. Все, запоры, токсины. Поэтому обязательно побольше клетчатки. Обязательно жидкость должна быть. Жидкость, не вода, жидкость. И обязательно физическая активность должна быть. И еще очень-очень важно для кишечника сбрасывать нервное напряжение. Вот для кишечника тоже плохо, когда нервное напряжение, это все спазмируется у нас внутри. Потом еще многие говорят, вот чистка, чистка, чистка. Мои хорошие, я делала колоноскопию. Я лично смотрела на экран компьютера. Чистейшее, вот эта кишечка, чистейшая кишечник. Никаких каловых масс там нету, не верьте никому. Это говорят хорошие гастроэнтерологи тоже. Я делала гастроскопию, и я смотрела на экран. Мне доктор говорит, смотрите, вот у вас небольшое такое покраснение, да? Это меняется слизистая с возрастом, это нормально. Вот для вашего возраста это нормально, слизистая меняется, да? Мне рассказывают, точно так мне рассказывали, и на колоноскопии, говорит, у вас ничего во рту не прилипает к слизистой, когда вы едите котлеты, капусту, что-то такое мягкое, да, пюрешку мы едим, да, все, да, ничего не прилипает вот сюда к щекам, к слизистой, нет, нет, точно так и внутри, там чистейший кишечник, чистейшая кишечка. Но обязательно для работы кишечника нам нужна клетчатка, хорошие объемы. Сейчас я вспомню. 20 грамм клетчатки нам нужно. Кто-то скажет, ой, всего лишь 20 грамм? 20 грамм клетчатки. А если брать овощи, то это получается 400 грамм овощей.
20 грамм клетчатки – это 400 грамм овощей. А если человек имеет большой вес, 100 килограмм и выше, то нужно 30 грамм клетчатки, полкилограмма. Клетчатка – овощи, несладкие фрукты, которые жуются. Вот такая неплохая, интересная тема. Очень даже неплохая тема о кишечнике, о детоксе. Немножко с вами пообщались. Некоторые очень увлекаются чисткой конкретно кишечника. Так вот, от вот таких чисточек содой, различными перекисями, да, слизистая отслаивается от кишечника. И нам кажется, что это паразиты, просто куски в унитазе, да, вот по пленочке, это отслаивается слизистая кишечника. И мы таким способом, такими чистками гробим свой организм. А потом нам нужно лечить кишечник, микрофлору устанавливать, восстанавливать даже. Детокс – это заблуждение. Люди просто зарабатывают много-много денег. Люди ведутся наши на такие чистки. Люди на многое ведутся. Люди не фильтруют информацию. Так что для чистки нашего кишечника самое главное – жидкость, клетчатка и обязательная физическая нагрузка. Самое главное – это посетить туалет один раз в день, утром. Вот это лучший детокс. Мои хорошие, я благодарна всем вам за то, что вы со мной. Я благодарна всем вам за просмотр моих видео, за комментарии, за общение. Пишите, я всегда отвечаю, пишите комментарии, это наши темы. Я благодарна всем вам за лайки. Желаю всем мирного неба, тихой, сладкой ночи, хорошего, ясного, доброго утра. Любите себя. Дальше будет.